Всем привет, дорогие друзья! Что я делаю, спросите вы, пытаясь написать эссе на тему, какой предмет вы бы добавили в школьную программу. Но, как видите, у меня ничего не получается. Давайте спросим у людей. Какой новый предмет нужно ввести в школьную программу? Мне кажется, что следует изучать китайский язык. Мне хотелось бы, чтобы как раз ввели вот предмет, который воспитывает вот это умение держаться, этикета, наверное, эстетики. Вот как раньше было у девочек, когда там держать осаночку, локоточки вместе, головка вверх, правильно сидеть за столом. Все, что связано с IT-индустрией, за этим будущее. Нужно ввести какие-то основы психологии. Даже не для того, чтобы все там потом становились психологи, а для того, чтобы дети, а потом юноши и девушки, чтобы им легче было справляться с какими-то собственными проблемами, чтобы они примерно понимали, что откуда у них берется в голове. Я считаю, что необходимо в классе с 10-го вести предмет как половое воспитание, потому что это очень актуальная проблема. Необходимо вести уроки патриотического воспитания. Да, в данный момент в школах реализуется программа «Разговора о важном», но тем не менее нужно еще что-то вот больше про патриотизм. Я бы хотел бы вообще, чтобы нас в образовании ввели программу, то есть история культуры, то есть... Я думаю, то, что, во-первых, надо ввести финансовую грамотность. Чтобы дети немного обогащались, знали музыкантов, знали некоторых художников. Я считаю, школьную программу стоит ввести такой предмет, как театральное искусство, ну, либо актерское мастерство. Мне кажется, это поможет обучающимся раскрыть какие-то свои таланты, более раскрепоститься и стать увереннее. Именно такие мнения мы услышали сегодня. Теперь я знаю, что написать в эссе. Ну а что бы вы добавили, дорогие друзья, пишите в комментариях. С вами была Ралина Мизбахова и Арина Пятнова. До новых встреч!